тест блока питания ETG-ESP-550-12GA. Очевидно, что блок питания соответствует всем современным стандартам, так как из полных 550 Вт он только по шине плюс 12 Вольт может выдать 450 Вт. Кросс-нагрузочная характеристика обладает некоторыми недочетами, однако для схемы групповой стабилизации они типичны, да и вообще условны. Напряжение по шинам плюс 12 Вольт и плюс 5 Вольт начинает выходить за рамки допустимого только при максимальных перекосах нагрузки. Современные компьютеры, характеризующиеся большим потреблением от линии плюс 12 Вольт, данную область не заходят, поэтому на практике все будет работать нормально. Лопасти вентилятора охлаждения на холостом ходу вращаются с частотой около 760 оборотов в минуту. Но уже после отметки 100 Вт наблюдается практически линейное увеличение скорости до 1950 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума для данной модели вентилятора составляет 34 дБ, поэтому о тихой работе речь не идет. На малой мощности создается едва заметное шуршание воздуха, далее же становится ощутимо не только шуршание, но и сам звук вращения крыльчатки.